Чудо! 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 Вещается плора Божия, молился я во имя Отца и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Облачается, о Боже, я. На крестик, пожалуйста. Крестик, пожалуйста. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Во время обряда крещения человек словно бы рождается во второй раз. Ему открывается путь эволюции души, духа. Ему открываются каналы связи с высшим разумом. Астрологи утверждают, что день, час нашего рождения – это тоже понятия энергетические. Планетами, звездами человеку задается ритм, вибрации, определяющие его сущность. Мы говорим «не верим, потому что не видим». Весь наш атеизм стоит на этом. Мало ли чего можно выдумать. Докажите. Но кто из нас видел живьем электроны или радиоактивность? Это невидимое наука объяснила, обозначила. А то невидимое, что зовется душа, дух, наука не признает. Считает мистикой, чем-то сверхъестественным. Чудо находится в противоречии не с природой, а с тем, что нам известно о природе, еще когда сказано святым Августином. Все в мире материально, все создано из энергии, энергия и материя. И нет никакой нечистой силы, есть плюс и минус. Плюс дает возможность эволюции, минус нет. Мы называем это добро и зло. Вы знаете, когда на даче отдыхаю, у меня своя дача, я чувствую себя преотлично. И ни один год, ни два. Как приезжаю сюда на зиму домой, у меня ноги, я вызывала уже и нейропатолога. А что с ногами у вас? Вот от, не знаю, вот отваливаются ноги, то левая, то правая. Как сюда прихожу, не знаю, что со мной делается. С глазами чего-то, сердце очень болит. В общем, очень плохо чувствую. И уходите опять? А когда я ухожу в свою квартиру, опять хорошо чувствую. Вот. А вот Евгений Иванович с ногой, что у него? А с ногой, вы знаете, это самое, ему ампутировали ногу. Первая была ампутация, это внизу, Прасковья Васильевна, женщина. Вот на первом этаже, на, да? Первом этаже. Так. Вот. А потом, значит, я не помню, сколько лет прошло после ее, вот Миша заболел. А потом на третьем этаже то же самое. Лечил ногу, там тоже сердечное было заболевание, и тоже, ампутация произошла. Так. Четвертый этаж, уже не знаю, то же самое, ну, только что выше, то же самое, ее там инсульт был. Понятно, но вы обращались к кому-нибудь вот по этому явлению? Нет, мы не знали, что такое инсульт. Вы не знали, просто даже действительно. Вообще, вот, впервые заболела, не сталкивались. Заболела, да. Поболит, да. Курите, курю, бросьте курить. Да, а да. Вот наверху, да. Курил он нет? Курил. А вот на Николай Николаевич не курил. То есть не курящий тоже самое? Не курящий, то же самое. Он не курящий. Вот на первом этаже было 2 самоубийства. На четвертом этаже, на пятом этаже было тоже 2 самоубийства, отец и сын. Ну и основное, что здесь еще следует подчеркнуть, это то, что в данном месте происходят какие-то психические расстройства, которые, по всей видимости, приводили к самоубийствам. То есть люди себя здесь чувствовали достаточно дискомфортно, чисто в психологическом плане. На этой квартире, как и на всем доме, нет никакого проклятия. И та нечистая сила, что поселилась здесь, это отрицательная энергия.
Слишком сильный поток отрицательной энергии. И ее можно, ну, не увидеть, а, скажем так, зафиксировать. Называется это биолокация. Рамка, лозоходцы. Наверняка вы слышали про это. Вот то, что мы видим в этом доме, это типичный пример очень крупного, очень сильного геопатогена. Пример вообще уникальный, очень яркий. Как мы видели, на каждом этаже этого дома есть больные, причем очень серьезно больные. Ампутированные ноги на каждом этаже, наверное, может быть, в Ленинграде нет второго такого дома. Ну и здесь мы имеем вариант, где два крупных разлома тектонических пересекаются. Вот как раз в этой части дома. Вот, кстати, характерный пример. Вот тут три кошки. Вот они сидят именно в этой части дома. Вот все коты здесь скапливаются, еще несколько штук бродит вокруг. Вот, потому что коты вообще любят геопатогенные зоны. Вот если собаки их избегают, то коты любят. Вот по расстройствам психики. Вдоль этого разлома, через два дома, вот... того, который мы смотрим сейчас, находится психиатрическая больница. И не исключена энергетическая информационная связь между психиатрической больницей и жителями этого дома. То есть с этой же зоной? Да, вдоль по зоне осуществляется энергоинформационная передача. И вот то, что мы называем биопатогеном, вот именно биопатогеном, поле, образованное патологически больными людьми, у которых расстроена психика, работает вдоль вот этой энергетической зоны, и информация передается и оказывает на них косвенное влияние. Ну и какой же выход для этих жильцов? Здесь нет альтернативы. Вот эту часть дома необходимо расселять, потому что никакие способы защиты здесь уже невозможно применить. Пора наконец нам осознать, что прежде чем что-либо строить, надо проверить место на геопатоген, чтобы потом не мучиться от этих знаков минус. Кстати, эти знания о плюсах и минусах можно использовать совершенно удивительнейшим образом. Однажды во время болезни собаки Евы мы случайно заметили, что кошка Пуся залезает на ее позвоночник и начинает топтаться как бы в сонобулическом состоянии по его позвоночнику. То есть она в этот момент как бы забирает ее отрицательные биопатогенные энергии. После этого в течение нескольких дней Еве стало значительно лучше. Вот я понял, что у Евы тогда было немножко нарушение в позвоночном отделе позвоночника. И потом решили применить эту методику на больных. Во время лечения больных помогает более эффективно снимать болезненные зоны с тела человека. Причем кошки в этот момент входят в особое состояние, и таким образом они нейтрализуют эти болезненные участки и облегчают состояние или человека, или животных. Чего только не увидишь, если уметь всматриваться в природу. Энергия, излучаемая и землей, и человеком, материальна. Только это более тонкая материя. Это тоже физика, но пока еще не признаваемая наука. И вот эта тонкая материя может запечатлеваться на предметах, на стенах домов. Особенно, если это сильный, мощный всплеск, выброс энергии, экстаз, ужас, боль. Плеснуло и осталось на века. Вот когда мы вошли в эту комнату, у меня ощущение такое, что вот именно в том углу вот эта энергетика, которая идет откуда-то из земли. Причем очень сильная, мощная. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что же там происходит. У меня идет где-то 1500, приблизительно 25-й, 27-й, 30-е годы, вот это время. И здесь вот было какое-то типа поселение, типа хутора такого какого-то мощного, сильного. Я вижу, огорожен этот хутор. Вот это поселение, какая-то точка такая была на земле сильная. Давайте посмотрим дальше, что. Идет 1800... Какой-то пятый, седьмой, вот эти года идут. Вот здесь, как началось строительство, вы говорили, да? 1807 год, да, Ира? Да. В 1807 году уже манеж был готов. Вот у меня ощущение такое, что в это время, была нарушена вот эта точка Земли, экологическая точка Земли была нарушена с этим строением. И я ощущаю вот еще что там
вот как какая-то старая-старая женщина, вот она еще на земле, вот ее душа на земле, она не отпущена куда-то туда, вот ну, в астральные миры, там, в ментальные, куда-то еще. Она здесь на земле, и вот это мучение ее, оно передается энергетически, как бы вот воздействует на вас всех, Ирочка. Да, поэтому вы, наверное, так плохо себя чувствуете все здесь, да? Как это было? У вас там женщина еще... Да, у нас были случаи. Самое основное, что распространяется абсолютно на всех, это состояние, в общем-то, угнетенности, такой подавленности. И недееспособности, головокружения, да, да, да. Очень многих, дистония, спазмы сосудов. Но я не хочу сказать, что мы заработали это здесь, но это явно усугубляется еще нахождением в этом помещении. Не говоря уже о том, что было очень много нервных заболеваний, весьма серьезно закончившихся у сотрудников нашего зала. Таня, вот как вы ощущаете эту точку? Я хочу сказать, что вот эта женщина, вот непокаянная эта душа, если можно так выразиться, она иногда выходит наверх, как бы за энергетикой, чтобы хоть как-то ей существовать, этой душе. Причем душа там не одна. Я так думаю, что ее держит какая-то родственная душа, которая была то ли проклята кем-то, и она... Я склонна думать, что это мать. Это старуха, это мать молодого человека, которого то ли когда-то прокляли. И она не смогла оставить эту душу на земле своего сына, непокаянный. И она иногда вот выходит сюда наверх за энергетикой. И как только я ее вижу, когда она поднимается, начинается сплошной отток. В эту черную дыру, причем глубоко она уносит энергетики достаточно много. В 1800 здесь не могло быть никакой старухи. Нет, то. Дело в том, что она, пока не трогали это место, она не выходила. Она спокойно там, присутствовала при своей душе родной этого ребенка, этого взрослого сына. Давайте попробуем эту женщину старую отпустить, чтобы она, так сказать, не мучилась, потому что это в мучениях происходит все. А потом уже понаблюдаем энергетику вот вашего здания. Как это потом? И по вашему состоянию можно определить. Ну, в общем-то, я могу сразу сказать, отпущена она или нет. Давайте я сейчас попробую это сделать. Сейчас посмотрим. Вот сейчас я хочу посмотреть энергетику, не обязательно она там, но я могу ее ощутить и здесь. Вот, вот, вот я чувствую эту энергию. Вот сейчас мы попробуем ее убрать. То есть отправить ее туда, где она должна быть. Или в астральном мире, или выше, где это не играет роли. Сейчас я попробую вот мысленно это все проделать. Но, по-моему, нужно отпускать и вторую вместе с ним. Вторую? Она, да, она вот согласится сына? Уйти только вместе. Она об этом вас и просит. Сейчас. Вдвоем они уйдут. О, у сына совершенно другая энергетика. Совершенно ощущение, что мы сделали. Да. Причем она его вот душу держит, как маленького вместе, ребенка, как и они уходят вместе. Да, я думаю, что душа ушла на покаяние и ее, и сына. Угу, угу. Вот когда вы делаете такой жест, полукрест, крест какой-то такой, что это у вас такое? Когда человек умирает, его энергетика должна уходить, ну, куда-то в космос, там, где она должна быть. Но бывают случаи, когда эта душа или энергетика, она остается здесь, на земле, и как бы мытарствует. И вот что я делаю? Когда я делаю этот крест, я как бы отделяю эту душу от земли и отправляю ее туда, в космос, там, где она должна быть на своем уровне. Вот и все, что я делаю. И здесь тогда, вот на этом месте, гармонизируется поле.
То есть уже дисгармонии такой вот, что чувствуют окружающие, этого уже нет. Да были ли вообще здесь и эта старуха, и ее сын? Как это доказать? Ведь невидимо. Но факт остается фактом. Спустя некоторое время самочувствие сотрудников нормализовалось. Они стали лучше себя чувствовать. Просто изнуренную какой-то страшной дикой болезнью, как они говорят, что за болезнь, она была как, ну, грубо говоря, как из освенцима, то есть кожа и кости. Настолько была худа. Ей было 12 лет. Когда я, как обычно, закрыла глаза и стала смотреть ее, так сказать, диагностировать, я увидела на шее у нее обрывок веревки. Вот по обрывке большой, такая большая такая веревка, толстая. Обрывок веревки. Я сама испугалась, думаю, боже мой, что с ребенком 12-летним, что за веревка такая. Стала искать причину. У меня пошло, что где-то в 6 лет, значит, у нее опять же было стрессовое состояние какое-то. Какой-то говорю, шок, удар был. Да, говорю, мама и тетя была, мама с тетей пришли. Говорю, мама и тетя, что же у нее было, вспомните, пожалуйста, что-то у нее было какое-то, она очень сильно плакала в 6 лет. Они сразу быстро вспомнили, говорят, помнишь, в 6 лет она посмотрела фильм о Зое Космодемьянской. Да, и фильм был. А Зоя Космодемьянская фильм, и вот она говорит, очень сильно плакала, мы очень долго ее успокаивали. Художественный фильм, который да. И вот когда, когда вспоминают причину, легче просто убирается это все. И я убрала это стрессовое состояние, веревки уже я не видела на ее шее, и девочке сейчас тоже где-то 20 лет, и она великолепно себя чувствует. Душа человеческая – очень тонкая материя, и подчас нужно совсем немного, чтобы сломать ее. Не сумел переварить информацию, справиться со стрессом, и пошел минус. Пошли болезни, которые могут потом сказаться через много-много лет. Все взаимоотношения людей – любовь, ненависть, дружба – все построено на энергетических взаимодействиях. Беру энергию, отдаю энергию. Принимаю, отбираю. Кинул злой взгляд, сорвал зло, словно копье черное метнул. Бранные слова, как ржавые гвозди. Болеют люди, болеет общество, болеет земля. Всюду знаки беды. Мы говорим «зло, бесы». А добро, как и зло, всегда возвращается тому, кто его сотворил. Закон бумеранга. Мы знаем о том, что вы занимаетесь, вот снимаете порчу, сглаз, там, проклятие и так далее. Вот они различаются чем-нибудь, вот эти вот названия? В чем? Ну, допустим, сглаз. Что такое сглаз? Сглаз – это целенаправленный поток отрицательной энергии, который вызывает в дальнейшем в течение 1-2 дней воспалительные процессы, неврологические боли, даже отравление. Даже отравление может быть. Сглазу? Да. Порча – это уже достигается, причем во время ворожбы. Значит, определенными заговорами наносится человеку грыжа, например, может быть, рожа. То есть и кожные заболевания какие-то? Любые кожные заболевания. Это порча? Это тоже можно снять в течение 1-2 сеансов. Да. А вот скажите, вот самое страшное, говорит, проклял тебя я, проклинаю. Носители очень сильной отрицательной энергии этим владеют. Могут проклять человека, и тогда в определенном позвонке начинается сбой. Черная энергетика может поражать весь позвоночник. То есть она постепенно распространяется на весь позвоночный столб. Да. То есть носитель нашей энергетики. Да. Правильно? И тогда, да, тогда человек начинает, у него заболевают очень многие органы. Выходят постепенно орган за органом, по мере того, какие позвонки у него нарушены. Говорили, что у меня есть порча. Вот мне сказали вы, так? Как это будет, как я буду ощущать это? И как вы будете это делать?
определенной молитвой я изгоняю эту отрицательную энергию. В это время носитель... То есть вы вытягиваете из меня эту энергию? Да. На так себя берете? Одно, я беру на себя, и уничтожаете этой энергии потом. В моем поле очень неуютно, и я отправляю ее носителю этой отрицательной энергии. То есть кто меня поразил, тот и поразится сам. Именем Бога Святого, именем Бога, искупившего тебя своей драгоценной кровью, чтобы ты стал экзоцированным человеком. Да удалится от тебя всякое зло дьявольского обмана и всякий нечистый дух, заклинаемый тем, кто придет судить живых и мертвых. Аминь. Бог милосердия, допускающий по милости щедрот своих, претерпеть порчу тем, кого ты любишь, кого в любви принимаешь, для исправления наказуешь. Тебя призываем мы, чтобы ты своему слуге, страдающему слабостью членов тела, помог воссоединиться в единстве тела в церкви. Смилуйся, Господи, над нашими воздыханиями, смилуйся над слезами этого больного, полного веры твоей милосердия. Допусти его к таинству примирения с тобой через Христа, Господа нашего, Иисуса. Аминь. Проклятый дьявол, признай свой приговор. Воздай честь Господу Иисусу Христу и отойди от рабы Божьего Виктора со своими кознями, от слуги Бога, искупленного Господом нашим Иисусом Христом и его драгоценной кровью. Аминь. Значит, то, что сделал кто-то один, кто-то другой может снять, убрать, изгнать эту черную энергию. Но ведь если можно уничтожить, вывести энергию из организма, значит, можно и наоборот ее скомпоновать, собрать в программу. Наговорил на водичку, на предмете какой-либо и отправил адресату. И эта программа будет работать, творить свое злое или доброе дело. Все зависит от того, кто это делает, злой человек или добрый. Просим Господа Бога Иисуса Христа, мой Бог, Господи помилуй, Господи помилуй, чтобы это сошло, чтобы это прошло, чтобы это прошло, чтобы это прошло, на помощь. Не пропади все болит, нервинности тем, но вас препятствует, еще раз против вас. Да, если вы все только препятствует. Просим Господа Бога, мать, ворте на добро, на здоровье, на помощь. Еще раз просим Господа Бога, тут мать, вот все, все праздники, головы, я чтобы вас стало здоровой, бодной, веселой, бодной, сколько препятствует. Во имя, да, если вы все только препятствует. Крышка наша дем. Вот сейчас Юрий Лонго снимает с глаз порчу с тех, кто это смотрит. Он утверждает, что может поставить заслон, защиту от зла. Попробуем поверить.
Mm-hmm.